Следующий Александр Иванов, Head of Sales для интернет-магазина. Саша Иванов, у нас несколько Саши Иванов в группе. Да. У тебя тоже преимущество. Спасибо. Я представляю венчурный фонд, краудфандинг, который инвестирует в основном инфраструктурные проекты, связанные с блокчейном. И, в принципе, вот такая задача очень простая для участников хакатона, которая, мне кажется, будет очень актуальной в ближайшее время. Это связано с прозрачностью интернет-бизнеса и вообще любого бизнеса. Это одно из направлений серьезных применений блокчейна наряду с удешевлением бизнес-процессов. Прозрачность бизнеса – это то, чем блокчейн может прославиться в дальнейшем. Что мы предлагаем сделать? Да, вот такой вот бизнес-кейс. Есть интернет-магазин, который привлекает деньги инвесторов на развитие, да, и отчитывается о своих продажах перед своими, как бы, инвесторами. И должен предоставить прозрачную статистику продаж. Как он это может сделать? Я предлагаю сделать плагин для интернет-магазина, который будет все продажи писать на блокчейне. То есть, если человек сомневается в честности интернет-магазина, он может сделать контрольную закупку. Приходит в интернет-магазин, покупает товар, если не видит своей покупки, он знает, что его обманывают. Такой подход может быть применен к различным бизнесам, как онлайн, так и офлайн, например, к благотворительным организациям, голосованием любым, например, да, когда на сайте происходит голосование, допустим, там есть сайт такой-то, да, и как бы возникают вопросы, насколько там все честно. Вот все голоса можно писать на блокчейне. Я предлагаю как бы сделать вариант для интернет-магазинов. Простой плагин на любом языке программирования, который пишет каждую продажу в блокчейне. И потом дополнительный плагин, который позволяет посмотреть все продажи, которые были сделаны в этом магазине. Определяемый приз криптовалютный в виде 50 тысяч единиц криптовалюты NXT. Сколько это, вы можете посмотреть в интернете, как бы. Сколько это долларов. Спасибо.